Thank you. I just finished my shift. Are you okay? Do you need a ride home? Dream water. It won't improve your dreams, but it can help you fall asleep. Salut, je m'appelle Jean-Paul, je suis millionnaire. Tu me plais. Ça te dirait qu'on se marie et qu'on déménage ensemble à Monaco? Чего, блядь? Курсы иностранных языков в Балашихе. Хочешь уехать из Балашихи? Учи язык. Bonjour, ёпта. Сотрясаются только сиськи. Если ты в шлеме. Go Free. Магазин спорта. Так, внимание. Кто может поработать в празднике? Кто? Никто не может? Я могу. Будет отраслевая выставка в Париже. Надо поехать туда на 3 дня. Альфа-банк. Честным быть выгодно. Маша поедет с тобой переводчиком. Регион Отель. У нас есть ёршики. В давно прошедшем автосалоне в Москве представили новую Ладу Весту в стране. Смотрится машина очень красиво, для русской машины прям невыносимо. Ходят слухи, что Лада Веста заводится сразу и даже трогается с места. И что впервые вместо 3 икон подушки безопасности спасают салон. Впервые для того, чтобы закрыть окно, не нужно рукою давить на стекло. Поговаривают, что когда 120 несешься, впервые от страха в ней не обос... Лада Веста своими чертами впервые не похожа на ведро с болтами. Автомобиль реально неплох. О боже, скажи нам, в чем же подвох? Лада Веста, Лада Веста, давай признайся, скажи нам честно, не могут же 40 лет рождаться уроды и внезапно в семье счастливые роды. Лада Веста, Лада Веста, ты же вышла из того же места, откуда вышли Лады Самары, приоры, калины и прочие шмары. Лада Веста, Лада Веста, встань перед зеркалом, признайся честно, ты же не похожа на Ладу, видишь? Лада Веста, может, ты подкидыш? Может, в твоем появлении виновник из Мерседеса тайный любовник? Может, он трахал конвейер всю ночь, зачал внебрачно красивую дочь. Лада Веста, Лада Веста, из чего ты, из какого теста? Может, не заглохнув, довезешь до дома. Лада Веста, ты
апогей автопрома. Ты автогей апопрома. Ты автоапромогея. Ты геепром автопопа. Ты нереальное что-то. Объедем пробку вон хотя бы с правой стороны, но там же есть дорога. Вон ведь дорога, можно же объехать пробку. Справа объехать! Там же колдобин, и там невозможно проехать. До ВДНХ доеду? Да. Угу.